Более 20 детей с ограниченными возможностями здоровья получили средства для реабилитации благодаря благотворительному проекту «Добрые крышечки». Мы рады сообщить, что сбор пластиковых крышек в НКТВ еще не закончен. Принести свои добрые крышечки вы можете в любой наш офис. Далее крупная партия крышечек отправится на завод по переработке пластика. Завод взвесит сырье и переведет денежные средства за собранные крышечки на счет благотворительного фонда, который приобретает для особенных детей реабилитационную технику, инвалидные коляски и вертикализаторы. Сегодня к нашей акции присоединился новочебоксарский филиал детского технопарка «Кванториум». Наш технопарк принял участие в акции, в проведении акции «Добрые крышечки». Об этой акции мы узнали через компанию «Новонет» и решили к ней присоединиться, не остались равнодушными, несмотря на наше недавнее открытие. Мы все-таки уделили этому внимание, так как считаем, что это довольно-таки важный вопрос, то есть вопрос экологии и вопрос поддержки детей-инвалидов. Надеемся, что помимо крышечек будут организованы сборы еще батареек, пластиковых бутылок и других отходов, которые загрязняют нашу планету. Наш технопарк «Кванториум» вместе с «Новонет» призываем вас, друзья, приносите крышечки, делаем добро, это наше общее дело. Не оставайтесь равнодушными. Мы благодарим новочебоксарский детский технопарк за участие в нашей акции. Дорогие теле- и сети-зрители, каждый из вас может сделать вклад в доброе дело. Приносите свои добрые крышечки в главное здание НКТВ, которое находится по адресу улица Советская, 45А, а также в наши офисы в торговом центре «Экспресс» и в торговых домах «Анна» и «Каблучок». Дорогие жители нового города, в вашем микрорайоне тоже проводится сбор. Приносите свои добрые крышечки в наш офис «Новонет», который находится по адресу Новогородская, 28.